Урока под названием «Поклон и память поколений» в обычном школьном расписании не найти. Его тема тоже не внесена в традиционную школьную программу. Сегодня у нас с вами предстоит очень нужный, интересный и познавательный урок мужества, потому что мы сегодня с вами рассмотрим, что такое подвиг. О каждом герое подготовлены фильмы, в них история жизни участников войны, порадовали ветеранов и театрализованные постановки. Среди героев участник Великой Отечественной войны Павел Сюткин. Он не пропускает патриотические мероприятия и ведет активную общественную жизнь. Мне 98, вот уже сколько исполнится. И, конечно, всем интересно, что встретиться с таким человеком, ветераном. А для меня важно, чтобы они в моей беседе, со встречи восприняли что-то такое доброе, патриотическое. На уроке мужества школьники познакомились и с участником другой войны, афганской. Герой России Евгений Федотов уверен, такие встречи помогут ребятам правильно ориентироваться в жизни. Детям это нужно. Они должны, во всяком случае, научиться отсеивать ненужную информацию, а впитывать в себя именно то, что им в дальнейшем пригодится в жизни, уже как самим взрослым гражданам нашей страны. Эффект присутствия, ну, очень важен для информативной, как бы, такой передачи исторической правды. Вот. Истории нашей страны, истории нашего народа. Вот. И ветеран всегда обладает чувством, глубокое чувство патриотизма. Участие в уроке мужества приняли 5 образовательных учреждений Сочи. Конечно, мы всегда рассказываем о подвигах, но сегодня в зале находились герои. Герои России, герои Советского Союза, Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, герои тыла. И сегодня дети увидели, что совершить подвиг – это просто честно жить. Это жить так, чтобы тебе не было стыдно, так, чтобы тебя уважали твои родные, так, чтобы от тебя исходил свет, добро, и ты мог помочь своей родине. Подобные встречи на курорте продолжатся. Они будут посвящены не только Дню защитника Отечества, но и годовщине Великой Победы. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.